Они добавляли многим коням полетку. Такие вот, типа, полночи. Без крыльев, я, которые... Я, насколько помню, вот этот конь был без полетки. С полеткой падал маунт. Да, он был без полетки. С полеткой падал маунт с ночной погибели. Ну, там дракон был с крыльями. А вот просто... этот, который... Не, который... не, они просто добавили многим коням именно полетки. Помнишь, но у этого был... не было. У этого помнишь, не в легионе был конь такой секретный. Темный. Но новой такой модельки, вот ему тоже полетку добавили. Сейчас на многих конях можно нафилетать. Ну, наверное, на стандартных нельзя. Штормграндовских. Таких можно. Ну, короче, вот конь за 20-ю лоялку. И красный. Вот это его моделька. Где Войт? А, Войт тут. Войт, точка тут. Че у нас сегодня? Килы, моча или конча? Че тут нужно? Сегодня не срывайте агро. И? У нас на пол нет. Килы, мастер, какаши, килботи в ЧС кидайте. Жее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 
Вообще-то это был вопрос. Ты сам на него ответил. Это был вопрос? Так я-то не хилю сейчас. О, пока, Void Fury. А ты это можешь? А вы можете это... Ой-ой-ой-ой, ребята... Я две пачки загрели. В смысле, Void не срывал, Void только подошел, ему ебало, дали, он пал. У нас Void нет, пал. Что и резать некому, да, будет? Да сейчас зальем, если... В смысле, некому. Как косты, покикайте, мимо. Я, если что, диван дам. Если прям все плохо. Ну, если успею, опять же. Кто знает. Ну, справились, блядь. Ну, вот скрикил. Бля, Танатос пришел, пиздец. Чё? Сразу грустно как-то стало. Ты грустно. Бля, подождите, дайте его замутаю. Да что, я молчу! Если нет настроения, то пора. Ладно, я пошутил, расслабься. Ты просто рафлянный чел. Все нормально. Пиздец. Все правильно, бей своих, чтоб чужие боялись. Бля, по смеси охуенно, что прям было. Нормально? Да. Там что, верблюда душат? Змею. Не факт, что душат. Мне кажется, что это похоже. Главное, чтобы верблюду нравилось, блядь. Да, главное, чтобы верблюду нравилось. Бля, не, он лучше все-таки. Хочешь идти от сосу? Блядь. Кому именно? Тебе, конечно. Есть те, кто тут впервые? Ну, кроме Эршамы. И кроме тебя. Я понял, там когда у мобов мало хп, я их... Я понял вас. Макрос достаем, разбитие коста. А, со стороны квадрата закрываю я и Войд. Я закрываю дальнюю Войд, которая поближе будет к центру. Со стороны черепа закрывает Врей плюс Лутай. Лутай пускай самую дальнюю, Мак поближе. А, Авелания придерживайся ближе к квадрату, закрывай, если будет тут три. РШ, смотри, будут появляться метки. Ты, твоя позиция, ты будешь стоять вот тут примерно. Видишь, где шипы прыгает? Так, так, так. А ты примерно тут стоишь, и будут появляться такие войд-зоны, тебе надо будет одну закрыть. Вот. Типа войд? Войд-зоны да, или войд-фьюри? Да, можешь войда закрыть. А, короче, первая фаза, мы стоим в центре, ты ставишь там очищение. Блять, кто это поставил?
Весело, весело. Рыбу кушайте, бафайте. Был бы ты человек, а бы мы... Кстати, знаешь что, Вань? А? Сегодня 100% тебе падает долгоног. Да не падает он не падает. Спорим, его падает. Не существует. Типа, падает, и мне 100 как голды даешь. Нет, да, 1000 голды даю. 200 голды. Ладно, давай, вот, ну, хотя бы 1000, ладно, на пополе рульки хватит. 200 как голды ему. Все, давайте фулл бафы, что у нас нету. Крик на хп дашь? Ой, не на хп, на ап. Готовность? Да, я уже сказал за крик. Кто паровоз написал? Поставил? Врай? Вот тот, который чухает больше всех. Так, Геру я тебе заманшу. Сейчас ставь тотем очищения и стой хиль центра. Милики могут не бить, фоткать босса. Да что, вроде это уж можно за миликов попинать? Ну, можно, но не нужно. Бля, я помню, как мы его оперу осваивали в актуале, ёбаные волки. Я то лучше не ходил бы никогда, нахуй. Я теперь никогда в кару хэм не пойду больше. О, по диспелю. Тотем и эстет? А, есть, вижу. Кто на диспелит меньше меня и скиллов, тот лох. Чисто шаман АФК стоит, у него диспелит. Так что можешь АФКшить. Нет, я передиспелю шамана. Чего? Это невозможно. Расскажешь потом. Хотя, блядь, да, это сложно. Чуть не по плану пошло. Типа там каждые 3 секунды в 0-0 одну, типа... Да диспелы! Вот я следующих путаю. Ну, смотрите, это, вот это кто? Это который... Это которому каст кикать надо. Да. Ага, все. Все разошлись это на ранжу. Это хуярить. Если на ком-то будет дебаф, типа надо отойти от всех подальше 10 метров. Вот на мне дебаф. Сейчас Геру дай. Геру давай. Сферу, сферу, сферу. Войт Фьюри. Аннигиляция. Ооо! Ооо! Чё? Выйдем, босса. Выйдем. Не встаем, никто не встает, лежит. Кто встанет, тот лох. Ба-ба-ба-ба-бам. Блять, кого мы взяли? Будет бичара. Делай ренейм. Ну я ожидал. От кого угодно. Ну не от Вайда. Еще и РЛ, да? КП, блядь, сразу нахуй. О, ЕПшечка прилетела сюда, нахуй. О, главное, пиши мисклик. Да, или типа, ой, залагал. Ну теперь меня убьем, потому что паровозика нет. Хочешь, я тебе еще один поставлю? Ты сбил концентрацию Войда? Паровозик. Ладно, блядь, не буду ставить. Да, блин, что бы было, если бы был подсолнух, блядь? А скоро будет? Или рабочий вжих, блядь, вжих. О, ну рабочий вжих, это да, это слишком хорошо звучит. Сколько блядь осталось? Был бы я с вами, я его поставил бы ему эту хуйню с пивовара. Мне до подсолнуха буквально 26 бонусов разделить на 2. Чё? Что я делаю? Ну, мне 27. А, я проебался, забейте. Так, мне, короче, еще 7 дней надо. Всё. Ты паровоз поставил? Нет. А у меня проков не будет. Алло. После босса поставлю. Да надо сейчас, проков не будет, я не надамажу. Бля, Аркан, вообще помойка. Скорее бы 25. Стоп. Ну вот, все, проки закончились. Спасибо. Это база, нахуй. У меня сегодня под бурстами 17 секунд не было ни одного прока. Я по мане высох. Я тебе говорю, ставишь паровозик, и проки есть. Ты знаешь, это как роги юзать своего этого краба или кого-нибудь там нужно? Курицу свою эту несчастную. Ну, там-то которая... понятно. Она... А тут она тебе тоже дают проки. Паровозики, да, я серьезно говорю.
Паровозик, тых-тых-тых. Ставлю паровозик, нормально проки идут. Бля, не. Мастер какаши лучший. Я есть паровозик, кстати. Кто не в курсе? Давайте соберем статик десятки свой. Будем смеяться там. Рэндж. А, Гера, давай. Добейте сферку, плиз. Че, мы справились? Охуеть. Подожди, ну ты еще пару не было. Да не хиляться, не сбиваем. Да? Аннигиляторная. Ну ладно, я не буду. А че? Вы че не разбежались от меня? Рэндж, не брите? Ой, трясай, ломал он, трясай. А кто доби... А, все. Доби. Так, стали на рейндж. Сейчас будем закрывать... это войд-зоны. Ой, ну, короче, руны будем закрывать. Ой, ты иди сюда, ты тут стоишь. С стороны квадрата. Да я тут с тобой встану, я думаю... Где-то убило. Норм. Если что, ломаунт подсейвит. Где? Так, смотрим. Я закрою. Одну я закрою. Отлично. А есть стать? Шам. Блять. Ой, ты хиль. Кстати, в Юлю надо руки отдать. Отдал. Зря я дал ракету. Так, стоп, каст, не бейте, не бейте. Не бейте. Я закрою. Милишную. Иначе по вам урон будет просто лететь. Хилим людей. Флешками. Ну, где-то съел, блин. Я сейчас этим и занимаюсь. И босса добиваем. Еще одни руны будут? Вот сейчас стоп-каст на рунах. Стоит фабилки свои сдайте. Дальние закрою, встань. Давай, давай. Кринж. Рульте сразу печеньку вот так вот на групп луте. Че упало? Что упало, то пропало. Смотрите, ли упал. А вам какие? Вам еще какой босс остался? Рульте печеньку так, блин. Это столько копыта, да? И другой шмот тоже рульте, если вам что-то нужно. А, понятно. Осталось копыта, аран, мороз. Мороз-то нахуя. Мороз нужен Элмаунту. Оффхенд. С мороза офф падает, что? Ну там да, там неплохой очищенный кристалл. ГЦ. Типа, там либо журавль, который не падает вообще в ГМХМ, либо... В смысле, не, журавль я 10 тысяч раз видел уже. Знает. Согласен, он пойдет, распылим нахуй, да и все, господи. Согласен. Слава Советскому Союзу. То слава. Что, вагоны или не вагоны? Вагоны. Пиздец, стердолик 2800, ебал я мамашу. Да, а еще месяц он стоил 1800. Блять. Маме привет, что сказать. Я не знаю, блин, как комментировать эту ситуацию. Так не, я не про свою, я про сердолик. А? Ну да, да. У сердолика есть мама? Ну да. Ей привет. Я сказал бы... тоже передай. Блять, я сейчас пошутил бы, но я думаю, что... Нет, не надо такое делать. Думаешь? Да. Но не уверен. Оценит кто-то или что? Ну, думаю, да. Только в доте такое любят. Я бы сказал, что вы братья с сердоликом, ну ладно. А, ну что, так уж и будет. Сердолик.
Чё-то сегодня РТ будет ебанутая. Думаешь? Думаю. Опа! А я видел, кто это был. Кто? Ну-ка. А я сейчас скажу. А это был шаман, блядь. Сука, блядь. Ну, шаман тут первый раз. Шаманы эти широкие. Ну, пиздец, реально. Бля, вы сможете вообще на капуте комнаты закрыть, блядь? Смотрю на ваш фрик-сквад, это вообще пиздец. Ну, Войд есть, есть Фрей, есть Лутай. Ну и все. Лутай, думаю, справится. С ЖПшника там делать нечего. Бля, это на варе закрывал, ёбаный в рот, пиздец. Я все ебал, тут день, блядь. Как хорошо, что... стоял там и закрывал комнату? Ну я один раз закрывал, потому что там чел, что ли, сдох, то ли чё, то ли не отбежал. Короче, от... по стеночке. По левой, не по правой. Типа, максимально сложно сделать на варе. Виза, там... Смотрите на него. Смотрите на него. Ой, дед. Идет в своей кошке. Сука. Как, наверное, сейчас офигенно смотреть за демкой и Войта. Челики там, он уходит ринг транквилла, угорает. Как же похуй, блядь. Сейчас пикчер скину с Войдом, погоди, блядь. Подожди. Подожди, легендарная, вот она, блядь. Вот она, блядь, это мой, я же в курсе, блядь. Блядь, тоже хочу посмотреть, сука. Тигр, какой-то там дракон. Блядь, это же реально, блядь, воет. Так, Авелания, соберешь черепус? Каст. Окей. А чё, если на стуле сесть, всё ещё проваливаешься куда-то вниз? Да, не садись на стул, я один раз на Мороузе сел, блядь, 20 минут ждал, пока они убьют его. Чего? Ладно. Бывает, блядь. Ну там же пиздец, там же хэмки, там реально долго бить. А стул с чем был? С пленом, блядь, резиновым. С эклером. С эклером, реально, блядь. Я чё думаю, блядь, типа, мне говорили, ты главное на стул не сидишь, думаю, да, блядь, хуйня всё. Сел хули, блядь. О, вот на этот? Блять, да. Ладно, я не буду пробовать. На Морозе. Да, на Морозе. Стулья есть, туда лучше не садиться, в принципе. Можно всем сесть попробовать. Да и со стола лучше ничего не брать. Не, просто по текстуре провалитесь, все. Так, а Кирсори, Фурик, отлично. Сори, это Кирсори. Оуши, там сори. I'm sorry. А куда вы Транквиллу, кстати, дели? Я только сейчас понял, что его тут нет. Мы его знали. Знали, куда вы его знали? В утиль. Вас ожидали. Да я как зритель. Типа, там пачка собралась. Да, пачка собралась такая, что Улик или ДЦ не нужен. А Квиклик все равно на Максиридона. Ёбаные гомункулы. Как-то я бы помог, если бы не было хилов других. Мастер Какаша, а ты принимал роды? Я сдерживаю, чтобы не пошутить, но... Бля, ну у меня тогда же примеры так мелькает, о чем ты хочешь пошутить. Я тебя серьезно спрашиваю. Главное, ты понял. Нет, конечно, я же, блядь, не акушер. Каких нахуй роды? Ты акушерка? Понятно. Вопрос хороший. Мы идем на рано сначала. Отвечайте на него, пожалуйста. Нет, копыт. Нет, мы идем на копыта. Нет, мы идем на рано. Нет, на копыта. Мы сильные, мы убьем копыта с первого трая. Да, я вам баран, блядь. Сейчас на ране раз пять лайтнемся, будет хорошо. Копыта ты будешь подхиливать, наверное. Чем? Нет, флешкой. Да, блядь, понятно. И трэш побьешь, и копыта флешками захилишь. Морозы потанчишь. И комнату закроешь. А ты чё, слабый? Ну, я и чё, нет, блядь. Чё, ты не справишься, что ли? А? Да, я понял. А? Блядь. А ты на ДК справишься, а? А? Да ты ОС. Всё, замолчи. Так, Кирсори, тебе надо будет сбивать ледяные косты.
Какой тебе КД сбития коста? Ой, ты уйди туда. 10 секунд. 10 секунд. А Эршам может позбивать косты и помочь? Да, но у него миссы могут вылетать. С чего это? А тебе нужно будет сбивать каст обморожение, только обморожение. Ой, бля, я хочу на вашу карусель посмотреть на вечной зиме. Ёбану его. Карусель, карусель, кто успел, тот и сели. На ледяной, что там, на зиме, короче, сдаем личные сейвы. Это по шаману, дашь это, что там? Боб. Да. Шаман, нужно... шаман на зиме ты не бегай, ты просто стоишь, хилишь людей. Вот. По нашей карусе. Сейчас. Ну, бля, дверка дернулась нахуй, пиздец. Ракатоша, вот это ник, блядь. Примерно как мастер Какаши, ебаный рот. Встаньте по кругу на рейндж. РД только далеко не вставайте, чтобы вас разморозить можно было. Все, занял. Так что раз повторю, сбивается только ледяной каст. И то не все. Ну, какие могут сбивать? Там светится серым, если нельзя. Сбить. Ну, я собью один каст, типа, в минуту. Вот каст. Типа еще обратите внимание, то что после спецспособности он может коснуть ледяную стрелу. Ее надо будет сбить. А еще он кастует ледяные стрелы во время зимы. Тоже надо сбивать. Так что отойдите на ледяной зиме от него, от рана. Кроссорис что-то собит каст. Этот не сбивается. Не восприимчивость. Так, надо разморозить его. О, будет, шарит. Опа. Венец, самая легкая фаза. Сука. Охереть, он играет. Сейчас, блядь. Разморозьте меня. Очередной маг, блядь, случайно нажимает блинк вместо дефриза. Рисуй шамана. Войт. Дайте ему стамину там. Ну, это походу не собьется, да. Я 30 секунд тупо стою, чилю. Керсори. Мага. Понял. Авелания, мага. Беги, малыш, понял. Захильте, захильте у людей. Личные сейвы. Сдаем, хилимся. Косты сбиваем. Если будет ледяные косты. Манолёт сдал. Боб дал. Тучки там всякие. Броскины. Переживаем. Вау. Да не переживай ты так. Не буду, ладно. Ой, захильте. Ай. Стоит говорить, что хилы моча. А что, не прохили вара? Чё, ебал по мне? Вайда надо разморозить. Лутай. Лутай. Хорош. Опа. Ой, венец, все отлично. Бля, опять это сложная фаза. Если на месте прыгать, то вайпнет? Вайпнет. Давай это в обычке будем проверять. Ладно. Так. 40 поцелуев матери скалы выпало. Кое 40, 100. Эти плечи тут все время, что ли, падают, я не понял. Прожит, типа нити, если брать, даже на интернет-смок нужно, тоже нити. Куда значит, ты какаши там нидишь? Ты красный, ты не золотой. В смысле, блядь? Оп, сюда, стилега. Ну ты стилевый, конечно, стилевый. Вообще жесть.
Блять, еще не распылил то, что мне Войт вчера скидывал. Сумки засраные. Фрей, ты умеешь переживать комнату? А ты, короче, стой под боссом. Че, со скольки траев убьем копыта? Ставлю два трая. Ставлю три. Так, убрать все. Зуб даю, не убьем, блять. Понятно. Спасибо. Так, Войт трусы. Только по отчету, пульте, плиз. Трипотик. Я квадрат. Врей крест. А, весь рейд стоит под жопой босса. Трэш бьют Кирсори и Авелания. Мастер Каши чуму тупо дают. Это на этих бесиков. Ну, дотки раскидывает чисто. Я на них буду, блять. Когда на вас будет семипорча, выносите семипорчи на последних секундах. Вот куда-то вот сюда вот. Луну. Ну или противоположно Луне, другой угол. Так, метки, я думаю, все знают. Короче, если кто-то умрет, я скажу, лутай, выбеги на такую-то, такую-то метку. Если у тебя, короче, будет появляться комната такая, тебе нужно будет убить там беса. Ты его фиряешь, даешь палец своей чумку, доту, и лутаешь сферки, и они тебя на фул отхиливают, и убиваешь беса потихоньку. Там ничего сложного нет. Так ты пока стоишь под жопой босса вместе со всеми. Геру за нонж. Не пульте раньше. Прошу. При демонической длани не кастуйте ничего, если вас таргет берет. Вот Войт. Иначе бесы останутся под тобой. Опа. Так это мили бесы, их только милики бьют. Бесы балбесы. РДД. Бесы. Ой-ой-ой. Парни! Так, захилите мага. Маг уходит. Будет бесов около себя убей. Алло, Войт. Алло. Блять, он... Просто АФК хуярит. Дай Геро. Захильте Войда. А что тут с бесами происходит? Не умирают. Злобного так-то злобных ебануть бесов. Надо. Это из-за того, что вы не вынесли семя порчи, бесы... Все играют бесов в злобных били. Бесов. Никто не бьет босса, все больших бесов бьют. Называют, не засчитывали метку. В РДД бейте злобного. Пиздец. Угу. Захожу. Врейд, иди от меня быстрей. Так, у меня семя. Угодите. Надо активации семки ждать, да? Угу. А то, если зарежешь под бесами, будет хреново. Все, я понял. Милики. Захожу в комнату.
метка на Void Light. Ой, в эфире. Демоническая. Ой, там все бесы. Бесы и РДД. Все РДД бьют бесы. Добиваем босса. Камлем остался. Это с первого трая? Да, и долгоног такой в карман. Ваня падает. Да? Ага. Да, да, да. Долгоного в карман. Расскажи. Вау, говоря, это реально долгоног? Если никому пояс не нужен, я бы забрал. Да, нитис надо. Что? А там разберитесь. Бля, надо было за локоть сюда идти. Упал, нет? Нет, конечно. Да, 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 упал. И 100 долгоногов. Ну да, и тебе что, прям, типа, нужен этот пояс? Ну, наверное, нужен, пускай. Мастер Каши, нахер тебе кольчуга? Он крит хостовый. Тэпайтесь, библиотеку. Не, мне просто одеть его надо. Ты не можешь латы затрансможить в кольчугу. Так я буду кольчугу носить. Я понял. Ты что, дебил? Я понял. Костя. А что, ты хочешь этот пояс? Ты анонсишь. Погибли. А нет. Кому надо этот пояс? Да никому. Yeah. Все расположили вроде. Ага. Ну я тогда так, с ним так и сделаю. Мастер Какаши. Мастер Какаши. Мастер Какаши. Лох. Не бей её. Куда пошел умирать? Сейчас еще погибель с первого трая убьем. Танатос, хуй в нос. Я туда полетел. Я в ахуе. О, Катриси, ебарик, иди отсюда. Понял. Тебе здесь не рады. Я тебя услышал. Я тебя тоже услышал. Ну я сегодня, да, я просто тебя замучу. Спорим, не замутит, он же меня любит. Кики, do you love me? Катриси, зайчка. Скажи, что ты любишь меня. Я тебе все прощу. Слышит по-любому, просто не отвечает. У нас Гира КД 6 минут. Ты зачем нам Гера? Вы так сильные. Деврый. Подожди. Терялся. Слава такой сид думает, нахуй я сюда пришел. Да он руинит все. Слагер нахер. Слагер тот еще. Вообще. Тилтит. И после кары идем РБК. У кого из дамагеров нету зелья цепнения? Рейд шалфир дайте. У меня нет. А не похуй? Нет. Не похуй. Только дамагеры. Еще желательно, чтобы у тебя ДБМ пуху снимало. И мам была. Так, а штаны надо снимать или нет? Штаны? Ну, можешь. Да. Это ты возле меня будешь снимать штаны. Оу! Amazing! О, бля, дай рыбу сюда. Рыбу отдай. Бля, ты смеешь так смешно? Я бы тебя, блядь, убил бы нахуй. Я могу просто не засмеяться, когда ты засмеялся. Пиздец. Кушать рыбу. Что мне надо, плащая сущность? Ночная погибель. С нее надо тоже залутать просто эту херню? Да. Да. А Вилани, давай ты в хила? Да, они что, не захилят? Да, мне кажется, ну тогда мастер Каши и Кирсури спокойно побьют босса. Только у нас будет три хила, ты про это? Да.
Стой, успеет, не бейте ее. Нет, она вас осуждаю. Если вы не дадите мне ману выпить, то будете и без ДД, и без хила. Стоим в квадратике. Нет. Только дайте 5 секунд танку, пускай... Ты хилы, все. Грун наберет. Заставляет меня спекаться. Ты бегаешь, короче, за квадратиком, а там дальше расскажу. Вот эти во время боя припоты не бьем. Надо будет потратить припоты на вот эти вот зельки. А, это получается ДК не дамажит? В смысле? Нет, ДК ну, припоты не бьет. Да и без припотов можешь дамажить. Там перчатки есть. Инженерские. Он зарядился? Я еще пью. 3 минуты. Мне вера. Очень много пить надо. Сейчас еще минутку. А потом еще сережку заряжать. Надо, сука, перебить, блять, интовые камни в хосту и пофиг. Чтоб мана меньше было. Неплохо. Ты сережку мне 48к сейчас маны, блять. Это заряжаю. Я отпился сейчас только. Сейчас еще 20к маны отпивать. Это я помню, когда только вышел ЗС. Вышел ЗС, и не было, типа, ни карты, ни хера. И это ты, короче, у паладинов, у хэпалов было 60 команы. Они дважды садились пить. Так я тоже дважды сажусь. Надо просто хавку носить, которая, блядь. Ага, для кусту голды. Есть такая, но стоит. А нет, которая, она просто действует дольше. Да, она минуту действует. Но, а эта херня, типа... Ты просто дважды, один раз ее нажимаешь, а это два раза придется нажимать. И все равно ты просто, блядь, сидишь полгода, пьешь. Че, Кирсори и Мастер Каши можете стоять? Да, как мы знаем, плохо, когда не стоит, да? Так, над кем сейчас появятся метки, заходят в огонь. Так, Лутай, Шалфир и Мастер Каша. Сначала выйдем Шалфира, потом Геро Лутая, потом Мастер Каша. Геро. А, нет, Геро, стой, КД, 25 секунд. А. Скажи, когда банк купить. Угу. Геро. Готовьтесь убегать на другую сторону. Лутай и Мастер Каша. Рано. Там вроде 30 секунд еще. Вы просто станьте подальше. Побежали. Вот и пейте зельки. Лутай, пей зельку. Беги и пей зельку. Пей. Выбивайте. Только не дотайте. На мне сразу лунный огонь дота висит. Я понял. Бэр меня. Захуярили просто? Четко выбили. Надо просто только таргет номер. Лутай, просто таргет. Да. У меня 5 секунд и банка закончена. Стойте, пускайте он выйдет, пускайте он выйдет. Начал стоп. Его убьет. Да. Пускайте он выйдет. Пускай он выйдет. Сейчас. Выходи. Пускай сейчас танк заберет скелетиков. Но зато, когда видишь, кто-то умирает, скелеты не спавнятся. Ну да. А буз получается. Удобно.
прошлый раз так проходили. Ну. Просто убивали людей и добивали босса. Лови босса. Так, ну хилы же у нас все на месте, правильно? Угу. Да. Можно бить. Бей, бей. Не сикай. Можете припоты выпить, хостовые. Скорее всего, не будет второй фазы. Мы успеем добить. Пиромант. Это штука раз первых траев? Да. Пошлите на Мороза. Ебать, щит. Оу, щит. Бегите к смотрителю и тэпайтесь. Понимаю. Или можно, наверное, так пройти. И задушили. Ршам. А, я выиграл. Сейчас такое. Продам, ебать. Нет, я просто я не знаю, кому отдать. Я понял. У всех вроде мы спики с печеньками. Танатос, тебя замутил Войт лично, как я понимаю. Тебя никто не сможет размутить, кроме Войда. Так что говори с ним. Я могу размутать. Нет, ты по идее тоже не сможешь. А, ну хотя... Я могу. Ты же этот... Кто там, менеджер? Да, а только менеджер его может тебя разместить. Тебе не нужна. Я ее типа по консулу думал дать, но у вас всех. Ну, мне по консулу на попал спеком, может дать. Ну, типа, выигрывал Void Fury следующий парол, если что. А нет, я выиграл. У меня 88. Вот у тебя сотка. Первый. У меня 88. Ну и все. Ну, вы себя все на успех берете. Какой успех на мейн? Я могу тоже на ДЦ взять. А я на мейн, мне перчатки нужны. А, во, Кирсори, я Кирсори лучше, да. Пока маг. Ой, ты не ходишь в Геру, и ты вообще не ходишь на РТ. В Геру я хожу, в той Гере был. Ты на роботе был? Нет, до робота еще не дошел. Ты фоткал робота. Че, в кого мне спекаться все-таки? Он попал на робота. Вот именно я жду очереди, когда там закончится. Кто второй танк здесь будет? Второй танк будет. Вот он, да. Аккуратнее, у нас нет пула. Мало то, что нет на пула. Еще и хилы мать. Да, так это я пока что хилю. Все еще. Да, ты. Блин, ну видишь, я живой. Все нормально. Вот танчево фрустойчик. Ты жив, пока есть хил. Да. Который не моча? Именно. Жестко. Скелетовскан. Мы Элмаунт потеряли. Кирсори, ты типа все вернулся, да? Теперь будешь играть? Да, да. Если бы себе печеньки не отдавал, я бы себе уже и холика собрал, и ДЦ собрал, наверное.
Ты уже всех собрал. А, бля! Так зачем тебе нахолька ДЦ разные? Да потом, может быть, соберу себе ДЦ. Будете мне печеньки давать. Хотя у нас сейчас ДЦшников миллион. Ща, подождите. Локу Т4 сделаю. Буду все печеньки забирать. Реально. Так а мы что, на башку не пойдем на эту ебаную последнюю или что? Ну если вы хотите. Я хочу. Кто еще? Не хотелось бы, если честно. Я, короче, кину готовность, и кто будет готов? А погибель еще живая? Погибель, да, скорее всего. Ну я про... А как мне к ней вернуться? Сдохнуть. Вон, я пошел отдыхать. Вон, да, отдыхай. Только сдохни один. Да, так я иду один. Я понял. А почему не все агрятся на танка? Дай БР, дай БР. Потому что я иду к ним. Сори, парни. А зачем умирать на погибели? В чем прикол? Да, ему квест твои там надо залутать. Ты, блядь, я забыл, как всегда. Есть встать вы, Шама? Так, куда там? Шама, есть встать? Библиотеку. Мне надо починить. Есть, давай, вставай. Резай всех. А, тут уже он. А, стой, не вставай. Стой, не вставай, я понял. А джиз есть у кого-то? Да, я поставлю. Блядь, вспомнить бы, как идти еще туда на нее. Хотя вроде бы... Через, смотрите. Да, через лестницы эти конченые. Заебись. Я надеюсь, она там еще лежит. Хочется Пасифея. С ней что-нибудь сделать. Как твинка Пасифея? Попа фея, блядь. И не напомнил же никто. Как же все... Да. В натуре. Как же поебать, господи. Этот бизнес. Так, рыба на столе кушаем. Ебать. Мне еще потом к вам как-то прийти. Ну, придешь через погибель, там же мы чистили. Че, кто там первый танцевать пойдет, ебать? Сейчас распределимся. Ух, она еще лежит мертвая уже, конечно. Холодная. Ну ладно. Дживс вот стоит. Черепок. Чипирок. Давай, Агри. Не помню, где тут падать. А, вот. Погодите. Я не спекнулся. Ладно, буду. Огнемет, ебать. Там кошмоти, но в хилоспеке бить. Шейба не хватает в руках. Прям очень не хватает. А чё так хорошо-то? О, хуя себя глушили. Тут все были? Кто тут не был? Кто не умеет танцевать? Я не был тут, но ты можешь сказать, что делать, я пойму. Бля, пизда, мне умереть надо, ребят. Ты танчишь... Наверное, Роуза? Или будет танчить трэш? Кинули у меня, блядь, все, я пьяный. Я не помню, кого здесь надо убивать, этих вот, челиков. Сначала убивать надо эту, блядь. Сейчас скажу. Какие-то, блядь. Сука. Какая-то там пизда монодрины кастила. Сейчас. Какая так. Из них? Вот, Доротея Милстип. Она тут есть? Ее здесь нет. Тогда похуй. Тогда можно хила первого пиздить. А, слева будем танцевать в таком порядке. Шалфир, потом идет Фрей, потом Кирсори. Слева. Запоминаем. А потом справа танцует Войд, Лутай и Мастер Каши. В таком порядке. Вот этого сначала. Давай зальем мальчика.
Угу. Что он, блядь, штормы крутит и морталы вешает. Ну, вроде бы здесь типа только два убиваются, а другие просто бегают. Ну... Болванчики. Вот это точно после танцев нужно покушать. Его по-любому надо убить. Хавку. Со стола. А, вел меня в танк. А как танчить? Да. Ты танчишь, держишь Мороуза. А, когда будет вторая фаза, вам нужно будет таунтить. На одного будет кидаться рваная рана, на другого не дает угол. И нужно будет таунтить, когда на кого-то кинется тот или иной скилл. Угу. Если на кого-то оба кинутся, это гг. А Кирсория, когда будет череда убийств, ты даешь дизарм. Хорошо. Ну и под череду убийств даем какой-то массайв. Я еще могу бомжей дать под череду, кстати. Ну да, можно. Давайте пробовать. А Вилани, просто держи Мороза. Бля, я нихуя не вижу, если честно. Ну, похуй. А он тяжело. Все, держишь. Где тут? Вот там, где вы стоите? Держи, стой, вот на столе вот тут держи, где череп. Все, ага, пулейте. Дайте им только время на пулю. Да, время. Воет, бля, там уже со старфолом стоит. Ой, дизарм. Я понял. Просто стой, держи босса. Геру дадим на второй фазе. А, танцы... Лесо... Ладно. Надо кого-то следующего убить. Давайте барона будем бить. Да, барон самый лох ХП. Его залил. Там просто не принципиально, у остальных нету особо каких-то скиллов прям проблем. Танцы закрою. Милики запомнили, кто с какой стороны, не помнишь? И с какой стороны, блядь, ты чё? Танцуешь. Кирсория слева, а мастеркаш справа. Ну, типа, по три челика поставили на танцы. То есть с той стороны. Мы милики все равно в одном месте. Танцуют с чуваками. Только кушайте после танцев. Там еще надо правильную хавку хавать. С танцы? Той же стороны. Лутай, отлично. А где? В рей. Че, на танцы я побежал? Ну, давайте побежим. Не, все, там уже закрыли. Или нет? И не закрыли. Все. Так, теперь вроде бьется босс. А, вторая фаза минута. Танцы закрой. Вторая фаза еще минута. Не могу закрыть танцы, закройте танцы. Закройте сзади танцы. Кто-нибудь хил, закройте танцы. В рей закрыл. На тапках, судьба. Справа закройте кто-нибудь. Танцы закройте. Слева. Ебать, сейчас в рей погибну. Так, вторая фаза 20 секунд. Танцы сейчас закройте. Так, вторая фаза. 5 секунд. Геру. Все, так, рваная рана кинулась, забирай. Все. Скажите, когда кинешься. Обратно забирай. Обратно, забрал. Вот, забирай. Теперь она обратно таунтит. И все, и так нужно. Ну, каждые 3 секунды, 4, каждый, короче, каждый раз висит. Забирай. Так, метка на утая. Забирай.
таунте. Кринж, блядь, я просто не вижу на ней в фокусе, но дебафы. А не надо, ты смотри на его каст, он кастит. Забирай. Не, я понимаю. Но удобнее, когда фокус берешь второго танка и видишь, что-то у меня не работает. Да похуй. Он кастует, забирай. Тебя нонсить или ты видишь, что я понять не могу? Вообще вижу. Череда убийств. Управляющий укол. Готовься дизарм давать. Ой, ебай. Танцор. Забирайте. Забирай, забирай, забирай. Забирай. Найс, все. Найс. Доброго времени суток всем. Доброго. Здравствуйте, здравствуйте. Это Слав. Так, готовность. Пойдем ли мы дальше? На Малча и Гнев. Да, это да, нет, это нет. Если с оперой, то пойдем. Давайте с оперой. Мы же маг. На оперу не надо, ребят. Не, опера не надо. А там идь. Во дальше. В рей. И все. Все остальные подтвердили. Ой, это мисклик, кстати, был. А что тебе нужно на деву? Тотем. Это, Слав, вы же сегодня в целка 25 гер на первых боссов пойдете, да? Козы, тут просто чистить миллиард. Ну, после ульды, это, на целка 25 гер возьмете констебла, там притон будет сидеть, мне проходку в ЗС надо первые 4 босса. Он потом зайдет на своего персонажа. Ты улетел. Зачем ты улетел? Я случайно, я кнопки перепутал, я хотел поставить еще порталы за репутацию. Я хз, чистить до девы. Давайте, не знаю, это долго просто. Там же и так есть у шамана нормальный тотем. Зачем хороший тотем? 260-й геровский нормальный. Ну что он там, по-моему, от цепнухи СПД стак.